Всем добрый день! Проект «Мир на Кавказе», с вами Турал Агалы из Азербайджана. В последние дни распространяется информация о правительстве Армении и их троллями, которые являются частью большой армянской пропагандистской машины, о том, что якобы азербайджанское правительство на линию фронта воевать с армянами отправляет исключительно, или в большинстве случаев, значит, этнические меньшинства, проживающие в Азербайджане, в число которых входят лезгины, талаши, таты, цахуры, авары и так далее. Конечно, это все является дезинформацией, ложь, не имеешь никаких оснований, доказательств. И я решил приехать на север Азербайджана, город Хачмаз, село Кочагылы, где проживают компактно лезгины и ряд других этнических групп Азербайджана, чтобы развеять эту ложь. Итак, село Кочагылы Хачмазского района. Встретились с нашими друзьями, братьями лезгинами. И узнали, значит, их мнение, спросили, вы сейчас с их уст услышите их мнение о том, что о той информации, которую армяне распространяют в соцсетях, якобы азербайджанское правительство на войну, на фронт воевать отправляет в первую очередь нас, меньшинства, народа Азербайджана, лезгин, талышей, татов, курдов и так далее. Как вы относитесь к этой информации? Конечно, в данный момент эта информация опровергается. То есть здесь нет разницы, лезгины, азербайджаны, таты или талыши. Здесь все мы едины. И единственное то, что мы до сих пор не считали себя как-то отдельной частью Азербайджана. Мы едиными, до сих пор живем дружно. И любой момент готовы на подвиги. То есть, как и раньше лезгины были народ горячий, воинственный и... До сих пор мы это не опровергаем. То, что говорят армяне насчет того, чтобы лезгины сдались, куда-то пошли. Лезгины никогда не сдаются. Тем более азербайджанские лезгины, которые живут здесь до сих пор. Мы давно живем тут. И никаких разниц между азербайджанцами, лезгинами мы не видим. И в любой момент мы готовы воевать за свою родину, так как мы азербайджан считаем своей родиной. Ну вот мой следующий вопрос. Вот будучи лезгинами, вы в то же время считаете себя азербайджанцами тоже? Конечно. Конечно. Здесь родились, здесь выросли, мы готовы все время. Считаете вы, помимо того, что сказали, что Азербайджан ваша родина, вот Карабах, считаете ли вы это тоже своей родной родиной, неотъемлемой частью своей родины? Карабах это неотъемлемая часть Азербайджана. А мы азербайджанцы, как Настя лезгин у нас, но мы азербайджанцы, потому что мы... Когда едины, всегда вместе сплоченные, вот тогда государство отделяется. А такое толерантное государство, нет никакого в мире, нет такого второго государства, как Азербайджан толерантный. У нас всех нация есть место, в которое мы вместе и живем, и трудимся, и будем жить. Что вы хотели на своем родном лезгинском передать армянам в ответ на эту провокацию? Ахмахар, чай чирхухе, чне зутяхи бакэн мадя, чихте эджлафирках, чал садран стхач дуатуш, чирек идиндя, хэмше мастам нукар паталах, хакэнэ мугдачу, анчах че сэчибни са чкадагны чилчихидич. Чи хемше ававал рекеде, чи анчах ялтах вализ, алчах вализ. Маста нукарал, маста вар дөлеттал, гилме хезва. Чи чирхук ке, чун лезгири, чине унуай, каддар ведар, садрани унуатош, чине лухузвай гав кастихти извадя и чай джавабни гузвадя. Лазым атайли нукат паталах, чине жичанни гуда. Спасибо большое, очень гордо, если честно, все это звучало. И напоследок, Карабах, Азербайджан будет всегда нашим. Карабах наш, Карабах наш и будет нашим. Будет нашим. Всегда будет.